Всем привет! Сегодня я с Серегой пошли на охоту. На улице минус 7, ветер. Мы сейчас нашли следы куропаток. Прилетели оттуда, сели сюда. И тут покрутились что-то и как будто бы наверх зашли в кусты. Сейчас Серега поднимется, посмотрит, куда они там дальше идут. Вот там мы спускались, там их не было след, они могли только сюда идти. Ну, ребята ж, вон они, вон. Сели обратно, шуганули сейчас, ребята. 5 куропаток. Сели обратно. Поднимись наверх и иди там по дороге. Тут по дороге иди. Там будет дорога. И вот за этим лесочком полянка. Они туда сели. Куропатки нас не подпускают. Серега идет сверху. Я иду снизу. Они все перелетали, то сверху, то снизу. А сейчас перелетели вон туда, далеко. В кусты. Сейчас аккуратненько будем туда подходить. Вот, ребята, такие у нас сугробы. Вот, почти метр. Но это местами, это самые крупные. Не удается нам этих куропаток добыть. Четвертый раз они от нас летают. Уже в клещи берем, но все равно не получается. Ну и ладно. Ребята, мы ехали уже домой. Уже окоченели, замерзли. И тут сзади нас 5 косачей летят прямо перед носом. Тут около нас крутанулись. Хотели походу где-то луниться. Но мы им не дали. Сейчас мы развернулись, достали обратно ружья, достали лыжи. Двоих видим, трое где-то дальше тут, в лесочке. Но сейчас я камеру разверну, вам покажу. Там трое. Трое. Двое на вершине и третий с левой стороны чуть-чуть ниже. Ребята, прошло полчаса. Троих мы видели, но третий куда-то там начал спускаться. Двое оставались наверху. Двое спланировали точно от нас налево. Сейчас посмотрим еще. Бинокль уже не видно, а камера, сейчас я посмотрю внимательно. Нет, это не он. Пусто. Че, пошли? Так, ребята, они улетели. Мы это все внимательно просмотрели, никого не видим. Так, сейчас одели лампы и выдвигаемся потихоньку. Есть ветер у нас западный, северо-запад, да. Так что есть один вариант, что они могут тут перед лесочком или за лесочком круглым сесть. Сейчас будем крутанемся тут все. Так, мы высмотрели, что там, 4 самки, 1 косач, да? Да. Thank you.
У меня мимо. У меня мимо. Сука, что я стоял? Один раненый. Это мой. Не матерись. Не матерись. Пятеро, шестеро. Я, блин, промазал по косачу. Сколько сбил? Раз, два, и третий. Все, пошли добирать. Серега, автомат, бля. Серега, пулемет. Спалим тебя. Прямо в глаз и сбью. Ну давай, спалим. Две тетерки. Спалим. Ну вот как мы и говорили, получается, пять тетерок, один косач. Да. Ну на камере я потом внимательно посмотрю. Учитесь, вот, ребята, бить прямо в глаз. В лед в глаз. Да, и крыло еще сломано, бля. Да. Это-то старенькая уже, это молодая. Нынешняя. Это уже. Ну что, адреналина, во, да? Адреналина вообще четко, блин. На, третьего начал ты, мы не попали. Да, нет, он через, попадал. Через лес ушел. Но, очень быстро крыльями махал. Косач вот сюда ушел, и одна тетерка сюда. И две туда полетели. Две туда, да, и две легли, да? Да. Ну на камере потом попробуем разглядеть. Ну все. Получается, я тут 2 месяца бегаю. Пришел на один день, приехал, блин. Ну не на один, третий раз, да, мы с тобой пошли. На третий раз получилось. Это хорошо, что мы выждали полчаса. Было все. И все. Куропатки, и куропатки, да, и есть. Сегодня. Вот сегодня, да. Хорошо поохотились. Ну, всем спасибо за просмотр.